Друзья, всем вам огромный привет. Я, как всегда, вас всех рад видеть у себя на канале. Сегодня мы будем готовить шашлык. Шашлык мы будем готовить по классическому рецепту, но у нас будет соус из баклажанов. Баклажаны я уже закинул в мангал, вы видели, пока я делал угли, они уже у меня приготовились. А как мы сделали маринад для шашлыка, вы увидите прямо сейчас. Я взял свиную шею, давайте порежем ее на кусочки для шашлыка и замаринуем. На килограмм свиной шейки у меня две луковицы средние. Порежу ее вот так вот полукольцами. Давайте, смотрите, вот так вот мы посолим наш лук. И немножко помнем его на доске, чтобы он выделил сразу свой сок. Давайте посолим наш шашлык. Вот я одну чайную ложку сюда отправляю соли. Я его поперчу. И отправим туда наш мятый лук. Все хорошенько перемешаем. Так, ну что, мы замариновали наш шашлык. Давайте отправим его часа на 3 в холодное место. У нас это будет холодильник. Я не мариную долго шашлык, потому что больше 4 часов, когда его оставляешь на ночь или на сутки, он начинает давать луковый запах. Это не нравится моей жене, поэтому я категорически это не воспринимаю. Итак, поехали насаживать наш шашлык. Фу, наконец-то я насадил весь шашлык и поставил его на мангал. Теперь давайте займемся соусом. Давайте снимем шкурку от баклажана. Она достаточно легко отходит. Для начала порежем баклажан для приготовления соуса. Порежем его сначала вдоль, а потом поперек, чтобы его превратить в такую, как бы, кашу. Вот так вот мелко-мелко попытаемся его порезать. Порезанный баклажан перекладываем в салатницу. Теперь возьмем пару зубчиков чеснока. Давайте немножко посолим наш баклажан. И добавим йогурт. У меня йогурт обыкновенный, без всяких добавок. Я его добавлю туда вместо там сметаны или какого-то другого соуса. У нас будут баклажаны с йогуртом. Такая турецкая заправка, посмотрите. Давайте выложим наш соус на тарелку, на которой будем подавать шашлык. Выложим для красоты помидорчики. А теперь выкладываем шашлык. Друзья, посмотрите, какой прекрасный шашлык с соусом из баклажанов мы с вами сегодня приготовили. Поверьте, это очень вкусное блюдо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующих роликах. До новых встреч. Пока.